Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Балезина. Здравствуйте. В бюджет области собрано 37 миллиардов рублей. Налоговики подвели итоги за 10 месяцев. Поступившая сумма на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Во внебюджетные фонды кировские налогоплательщики перечислили 23 миллиарда, на полтора больше, чем в 2016-м. Пятая часть суммы была взыскана принудительно. В два раза увеличилось взыскание задолженности по страховым взносам с банкротов. Программа «Экономика». Объем инвестиций в предприятия вырос на 3,5%. Данные за 9 месяцев приводит Кировстат. По его словам, на развитие экономики и социальной сферы за этот период было направлено 36 миллиардов рублей. Наиболее привлекательны для инвестирования обработка древесины, производство изделий из дерева, производство химических веществ, металлургическое производство и производство лекарств. В структуре инвестиций в основной капитал доля собственных средств организации 57%. На бюджеты пришлось 9% вложений. На кредиты банков 12. Экономика на 101 FM. В Кирове пройдет конгресс молодых предпринимателей. Он состоится 9 декабря и будет приурочен к завершению программы «Ты предприниматель». Организаторы и партнеры программы презентуют основные результаты, достигнутые за полгода. Участники смогут пообщаться с представителями органов власти, экспертами в своей отрасли и получить советы по развитию бизнеса. Также планируется образовательная программа. Столичный спикер Екатерина Кононова презентует авторскую методику по созданию и монетизации личного бренда. Эксперт в области продаж и клиентского сервиса Виталий Новиков расскажет, как значительно сократить траты на маркетинг и увеличить стоимость продукта. Основатель проекта I Love Running Максим Журило расскажет, как распространить франшизу своего бизнеса. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.